приветствуем вас, дорогие! Мы передаем вам привет с горы Элгон, здесь, с одного из поселений, в которых мы сегодня находимся. И мы спешим вам сообщить, что у нас на самом деле уникальные абсолютно погодные условия здесь на Элгоне, потому что сочетаются две уникальные вещи. Очень ярко светит солнце и практически в любой момент может начаться дождь. Потому что вы видите облака сзади, мы не знаем, чем они наполнены, мы спешим записать вам это видео. И мы спешим еще поделиться тем, что у нас в этом году огромное количество грязи под ногами и под колесами нашей машины. Да, тебе одна пересушка. О боже, я же тебе про что я тебе говорил? Наша машина, на которой мы ездим, она практически не справляется с объемом. Она не справляется с весом, она не справляется с расстоянием, она не справляется с дорогами и тем объемом работы, который нам нужно успеть сделать. Она не справляется с той грязью, по которой нам приходится ездить. И мы с одного кувета в другой вот таким образом пролетаем по дорогам. Несколько раз мы уже были в кукурузных полях. Но мы, слава богу, не разбили нашу машину. И мы хотим сказать, что нам необходимо новая машина, нам необходимы хороший 4x4 для того, чтобы мы могли успевать сделать всю работу, которая у нас есть впереди. И ситуация следующая. У нас на данный момент у нас собрано $10,000, и еще $10,000 мы готовы вложить своих денег. Но нам еще максимум нужно где-то до $20,000 собрать, чтобы в суммарном эквиваленте у нас получилось где-то приблизительно 38-40 тысяч долларов для того, чтобы мы могли купить хорошую Toyota Hilux и для того, чтобы мы могли успевать всю ту работу делать, которая у нас есть. Да, почему так дорого, вы спросите? Очень просто. Растаможка дорогая. 400% только растаможка от стоимости машины. Поэтому можете себе представить, какая ситуация в самых бедных странах мира. И, друзья, мы просим вас, и мы рассчитываем, что вы нас поддержите. Это будет огромное благословение для Элгона, это будет огромное благословение здесь для людей. И это очень серьезно поможет миссии, потому что в этом году мы сейчас занимаемся тем, что мы открываем школы здесь, мы строимся, мы расширяем те здания, которые здесь есть, перестраиваем их. А также мы кормим большое количество детей в разных селах и поселках, куда практически не доходит даже нормально продукты питания, потому что люди в этих поселках, особенно дети в этих поселках, кушают всего лишь там 3 раза в неделю. И это абсолютно плачевная ситуация, и нам нужна ваша помощь, как и в отношении того, чтобы мы могли перемещать все эти грузы, строительные материалы, перевозить людей, медицинские клиники могли делать, чтобы мы могли заезжать в более отдаленные села, горы Элгон, где практически отсутствуют дороги. И все эти вопросы, они упираются только в одно, они упираются в хорошую качественную машину. И нас также ждут села, в которых необходима медицинская помощь, в которых необходимо сделать Jiggers Clinic. И нас ждут люди, и вас ждут люди. Поэтому если у вас в сердце горит огонь по миссии, или он еще не там, но скоро будет, мы ждем вас на Элгоне. Пусть Бог вас благословит. Мы приглашаем вас в Африку, и мы ожидаем увидеть вас всех здесь, увидеть эту красоту, которая нас окружает, этих удивительных людей, которых Бог так любит.